Привет-привет. Я, короче, куда-то нажала. Не могу понять. Я просто так еще не делала, короче, пипец. Это вопросы. Надо убрать эту фигню. Аллу Пугачеву знаешь? Знаю. О, все ушло. Детка, ты просто космос. Вот такая вот я домашняя. Я пришла в номер. Я подзарядила телефон, потому что обещала вам рассказать интересную историю. Боже, что у меня с волосами? Я просто сегодня ходила в спа и не успела их высушить и уложить. Они у меня такие... Беспорядок. Беспорядок на голове у меня. Добрый вечер, леди. Добрый вечер. You're so pretty. Thank you. Брат, Нидерландс, ik versta je niet. Ik zou heel graag nu op... vragen willen antwoorden. Jullie hebben mij een paar vraagjes gesteld en ik zou graag op een paar vraagjes willen antwoorden. Kan ik hier een escort bestellen? Escort kun je bij jouw mama bestellen. Ты где сейчас? Я сейчас номер пришла. Я на Кипре. Где брат? Брат в Бельгии. Грудь твой. Что? Или мой? Боже. Извращенцы, пожалуйста, уходите отсюда. Мне не нужны извращенцы в эфире. Я хочу вам рассказать. Я вообще пришла с настроем рассказать вам очень важную историю. И очень интересную. Поэтому сначала я... отвечу на ваши вопросы, потом начну рассказывать свою суперинтересную, ну как суперинтересную, просто жизненную историю. Мне нужен ваш совет. Какие любимые музыкальные исполнители? О, их много, я вообще меломан. Я, ну как и все, стыдно, конечно, сказать, но и Скриптонита слушаю тоже. Крутая татуировка на руке. Спасибо большое. Так, рассказывай, вы меня дождались, да? Закрой тогда грудь, чтобы извращенцы ушли. Что за бред? У меня раз в грудь открыто. Я немного, не могу немножко с декольте посидеть. Хоть раз в жизни. Так. Так, подождите. Давайте вы сейчас... Я отвечу на ваш вопрос, начну рассказ. Можешь составить список своих любимых фильмов? Могу, но не сейчас. Это мне нужно сесть, подумать, написать. Я, может, сторис выложу или пост выложу. Надо подумать. Боже, что за прическа. В общем, начинаю. Что-то у меня вообще настроение сейчас другое. Не такое, как вчера, чтобы рассказывать вам эту историю. У меня хорошее настроение, сейчас оно упадет, если начну рассказывать. Я сейчас хочу сначала ответить на пару вопросов, но мне придется поговорить немножко по-нидерландски. На другом языке, на нидерландском языке. Так. Wat zou je zeggen tegen mensen die al jaren gepest worden? Wat zou ik zeggen tegen die mensen, tegen die kinderen? Toen ik klein was, werd ik ook gepest in school. Ik werd ook gepest door andere klasgenoten. Maar ik kijk nu naar mijn klasgenoten. En die zijn allemaal gewoon losers. Echt waar. Ze hebben mij niet kapot gemaakt daardoor. Ik ben sterker geworden. Ik ben sterker geworden. Maar ik was wel gepest, ja. Maar ik was altijd zo'n persoon die... Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen in Nederlands. Shit. Ik weet niet. En ik was een witte vogel tussen de zwarte vogeltjes. Ik weet niet, is dat juist of niet? Maar ik had maar een paar vriendinnen op school en zo. Dus ik... Ik wil gewoon tegen jou zeggen dat als je gepest wordt, dan moet je sterk zijn. En dat gaat jou ook motiveren in je leven. Daarna denk ik. Ik weet het niet.
Je moet gewoon sterk blijven, maakt niet uit. Er zijn allemaal losers rond jou, dat moet je gewoon weten. Je bent de beste. Dat is alles. Ja, ik weet het niet. Dat is alles wat ik wil zeggen. Dus mensen, als jullie willen dat ik Nederlands spreek, dan kunnen jullie ook interessante vragen stellen. Dan ga ik wel antwoorden. Так, закрываем. А я ответила просто девочке, у нее очень наболевший вопрос был. Я ей посоветовала, но не буду говорить сейчас что. Так, подождите, я потеряла все ваши сообщения. Так. Что там кто пишет? Чё почём? Что тебя связывает с Севастополем? Меня связывает с Севастополем, там мой дом, там моя квартира, там моя мама, там мой братик, моя сестричка и там мой университет. Да-да-да, я учусь. Я реально на Пугачёва похожа. А я люблю дома так ходить. Вот я даже в ночнушке. Так, и не накрашенная. Красотка, спасибо. Даже в домашнем стиле. Спасибо большое. Да рассказывай же, жду. Ты начинаешь и молчишь. Блин, подождите. Это нужно настроиться, понимаете, морально. Смотрела недавно инстаграмщицу. Кстати, кто смотрел инстаграмщицу? Вам понравилось, как я себя там вела? Как вообще себя проявила? Мне очень понравилось. Я тебе была искренней и настоящей. Так. Мы тебя не понимаем. Да, это я говорю по-нидерландски. В Москве часто бываешь? В последнее время вообще давно не была. Хочу в Москву. Но мне что-то времени нет. Я знаю немецкий свободно. Я понимаю. Кстати, немецкий похож на нидерландский. Слова чуть смахивают на немецкий, да, похож на немецкий. Покажи свой любимый аромат. Кстати, сейчас я покажу. Вот он рядом лежит. Сейчас, секундочку. Сейчас, только чтобы вы ничего не видели. Сейчас я вам покажу. Представляете? Короче, прилетела я на Кипр. Сейчас, секунду. Прилетела я на Кипр. А у меня парень приехал день раньше. На день раньше. Сейчас я сяду красиво, подождите. Так, закроюсь, чтобы ничего не видно было. Прилетел. И он меня встретил с такими духами. Вообще такой аромат шикарный. У него очень хороший вкус. По поводу духов. Это Versace. Новенькие мои. Вот так вот называется. И аромат вообще такой шикарный. Очень вообще. Я прям не могу. Я своему говорю, что мне цветы дарить не нужно. Дари мне лучше духи. Или что-то другое. Цветы... Вообще мне цветы жалко всегда. Они же вянут. Вообще, запах шикарный. Я вам реально советую купить такие. Я такие, кстати, не видела. Это он, бедненький, сказал, что по аэропорту бегал, искал их. Искал духи мне. 2 часа. Duty free. Нашел. Вот такие у меня новенькие духи. Так. Who bantwort ik hierop? На каких языках я уже отвечала на этот вопрос? Who kan ik vragen stellen? Bij mijn stories kun je de vragen stellen? Ух, еще раз, ты. Так мало людей, хорошая, милая девушка, спасибо, жесть. Misschien Nederland. Ik woon in Nederland, ik woon in België. En ik ben daar wel af en toe. Ik kom daar paar keer per maand. Maar eigenlijk mis ik België niet. Helemaal niet. Waarom zou ik België missen? Dat is altijd slecht weer. Altijd. Ik heb liever zonnige plaatsen. Так, приезжай, спасибо. Супер. Я уже путаю нидерландский с русским. Тебя приятно слушать. Спасибо большое. Еще ни у кого из Дома 2 не видела так мало людей. Друзья, я просто не блогер. Я не слежу за своей статистикой. Я не зарабатываю Инстаграмом, мне это не нужно.
Если бы я хотела быть настоящим блогером, если бы я хотела прям раскручивать свою страничку, на этом реально зарабатывать деньги, я бы это делала. Но мне это просто не нужно. Для меня, честно, Инстаграм — это трата времени. Ну, честно, это реально трата времени. Поэтому я редко выхожу в прямые эфиры. Поэтому я не так часто выкладываю и фотографируюсь, как большинство блогеров. Чем чаще ты выкладываешь, тем чаще ты выходишь в прямой эфир, конечно, у тебя больше людей становится. Больше людей за тобой наблюдают. Когда ты рассказываешь каждую свою историю жизни, все, что с тобой происходит, тогда за тобой будут наблюдать люди. Но мне это не нужно. Я это делаю тогда, когда мне хочется, когда у меня есть настроение, когда мне хочется пообщаться с вами. Но я не блогер. У нас уже каждый второй блогер. Уже бесит даже это, честно. Да вообще, мне кажется, Инстаграм уже уходит как-то на второй план. Ну, не знаю. У меня просто в жизни немножко другие приоритеты. У меня другие планы, у меня нет такой задачи, чтобы у меня было 1 000 000 подписчиков, чтобы меня все узнавали на улице, такая, меня и так узнают. Но это не моя цель. Мне более... побольше немножко у меня планы в жизни, чем Инстаграм. Так. Скажи честно, тебе понравилось наращивание в салоне Лизветка в Севастополе? И сколько у тебя грамм в голове, если не секрет, не секрет? Мне очень понравилось в Лизветке. И вообще, кстати, я хотела вам сказать, что там такие девчонки гостеприимные, Лиза очень гостеприимная. Меня там и накормили борщом прям в салоне, и напоили вином, и шампанским, и нарастили волосы. Короче, так все весело, круто прошло. Еще и ресницы мне нарастили. Вообще, мне очень понравилось. Лизветка супер салон, прям супер. И волосами я довольна. Я вообще, они у меня кудрявые. Просто я помыла их и расчесала. Если бы я их не расчесывала, они бы у меня были кудрявые. А я их просто помыла, расчесала, поэтому они у меня так не лежат сейчас. Но вообще салон супер, поэтому кто в Севастополе, вот я вот от чистого сердца даже бью. Это не реклама, ничего, просто советую. Хороший мастер, хорошие волосы, хорошая обстановка, весело, круто там и приятное времяпровождение. Красиво очень. Спасибо. Так. Won't he ex on the beach and look at wearing and happy not in contact me? Heb je nog contact met mensen? Nee, ik heb geen contact met mensen van Ex on the Beach. Want ik vind dat naar Ex on the Beach de meeste mensen zijn marginaal die naar daar komen. Met wie kan ik contact hebben? Ik ben helemaal anders dan die, ik weet niet, brunnen allemaal die daar zijn. Dat is echt mijn niveau niet van mensen met wie ik kan contact nemen. Met wie ik nog contact heb. Nee, zeker niet. Waarom zou ik dat doen? Echt niet. Echt niet. Эй, говори на русском. Что делаешь? Что я делаю? Что за тупой вопрос? Что я сейчас делаю? Я с вами сижу, общаюсь. Так. Тогда зачем ведешь? Я же говорю, что я выхожу в прямой эфир только тогда, когда у меня есть настроение. Но это не моя цель в жизни. Это не моя цель сидеть в эфирах. Я выхожу тогда, когда я хочу. Это очень редко. Я не выхожу каждый день или 5 раз на день. Потому что это не верх моих желаний. Почему я должна вообще это делать? Для чего? Для того, чтобы быть популярной? У каждого свои приоритеты, я вам так скажу. Приезжай на Кавказ. Спасибо за приглашение. Ответь про салон и волосы, пожалуйста. Вот, я ответила. Лизветка, правда, я советую. Не реклама, ничего, очень круто. Была в Женеве, нет. На кого учусь? Я учусь на менеджмент, 5-й курс. Сейчас у меня голова занята полностью дипломной работой. И капец просто. Но уже, слава богу, 5-й курс, я закончу этот ад. И я терпеть не могу учиться, честно. Ты
сейчас, где я уже отвечала на эти вопросы. Алис, можно тебе написать в ЛС по поводу жизненной ситуации? 2 года я смотрю за тобой, нравится, как ты рассуждаешь, даешь советы. Спасибо большое, мне очень приятно. Конечно, вы всегда можете мне написать, это будет анонимно. Я вам отвечу, подскажу, чем могу. И помогу. Поэтому пишите, конечно. Вас это арвар. Вас это нрарер варин. Должен, питнин, стомер варин. Не, это вас был фейн, но я... Ik ben een persoon die graag camera's heeft en alles. Ik heb heel graag aandacht van andere mensen. Ik wil gewoon nog een keer herhalen dat mensen die naar X on the Beach komen, dat zijn allemaal, oké, bijna allemaal, marginalen en boerinnen en ik weet niet... En ik begrijp de mensen niet hoe die naar die programma kijken. Wie gaat naar daar kijken? Ik kijk geen Ex on the Beach. Ik heb alleen mijn seizoen gekeken, alleen de tweede. Ik kijk de andere seizoenen niet. Ik heb veel meer dingen te doen in mijn leven om gewoon in plaats van Ex on the Beach kijken. Echt waar. So beautiful girl, thank you. Je bent zo emotioneel, hè? Капец. Не, ну просто некоторые вопросы меня просто очень сильно достают и бесят. Привет, моя принцесса. Твоя принцесса? Почему ты на мой вопрос не отвечаешь? 100 раз спросила. Я не увидела твой вопрос. Вы знаете много русских в Хаслте? Ну, не очень много, но достаточно. Некоторых знаю. Ответишь на вопрос, если я напишу. Привет. Посмотри, какой вопрос. Какая длина нарощена у тебя и сколько грамм? У меня нарощена 165 сантиметров. По-моему, 100 грамм. Но они у меня еще такие объемные, потому что кудрявые. Но я говорю, я их расчесала. А так, видите, такие кудряшки, такие волны. Такие эти пляжные волны. Так, и, кстати, хотела тоже по поводу своего инстаграма еще сказать. Я... Никогда не накручивала лайки. Хотя почти все блогеры и все якобы знаменитости к себе накручивают лайки. Ну, такого уровня, как Дом-2, конечно. Если уровень идет повыше, там звезд, там уже не накручивают. Но вот это все домовцы, они 200-300 тысяч подписчиков себе накручивают. И лайки себе накручивают, и комментарии себе накручивают. А вы в это просто верите. И вы думаете, вау, как круто. Она такая популярная. Я себе никогда ничего не накручивала. Ни подписчиков, ни лайков, ни комментариев уж тем более, ничего. Потому что это верх тупизма, это верх деградации, это верх просто, я не знаю, слабоумие. Зачем это делать? Зачем? Для кого? Для чего? Для пару бесплатных шмоток по бартеру с какого-то магазина и вещи с Алиэкспресс? Для чего? Для того, чтобы пойти маникюр сделать бесплатно? Или педикюр? Но это реально, это не смысл жизни. Получить бесплатно шмотки в магазине с Алиэкспресс. Да лучше, я, во-первых, из Алиэкспресс никогда не закажу себе вещи. Я лучше пойду в Зару куплю себе пару шмоток. И, кстати, еще хотела сказать, что многие блогеры накручивают себе просмотры в эфирах. Поэтому не верьте всему. Чего вы верите, как малыши какие-то? Можно ли быть с тобой увидеться, если ты будешь в Москве? Со мной можно, конечно, всегда увидеться. Конечно, можно. Как забыть человека? Зачем его забывать? Что случилось? Вы расскажите подробнее. Зачем его забывать? Если он что-то плохое вам сделал, если человек что-то плохое сделал, то зачем его вспоминать? Зависит от ситуации. Некоторых вообще никогда нельзя забыть. Вот меня никто еще не забыл. Я шучу, конечно.
Всех можно забыть, незаменимых людей нет. Вот я вот верю в это правило на 100%. Но нет незаменимых людей. Так не этот, так другой. Ну а что страдать? Зачем страдать? Для чего себя мучить? Кому это нужно? Так. Ben, you know, well in Belgium. Ой, мой Сашенька вышел. В прямой эфир, я скучаю по тебе, мне тебя не хватает. У меня с Сашей получались веселые эфиры, а сейчас я вас гружу. Где мой Саша? Саша! Саша, выйди ко мне в эфир. Давай вместе выйдем в эфир, Саш. Вот Сашка всегда умеет настроение всем поднимать. Нет, я тоже умею настроение поднимать. Просто вы мне такие серьезные вопросы задаете, что на них просто серьезно нужно отвечать. Вот это у меня лицо такое-то сонное уже с причесочкой моей пугачевской. Ты правильно питаешься или кушаешь, что хочешь и когда хочешь? Я вот недавно про это пост писала. У меня сейчас есть цель до 27 апреля мне нужно скинуть 5 килограмм. Я сейчас вешу 53 килограмма. Хочу весить 47-48 примерно. У меня цель-то есть для очень важного одного мероприятия. Поэтому я сейчас сижу, да, на правильном питании. Я сегодня что я ела? Брокколи с уткой. Брокколи с уткой. Пила кефир, на завтрак ела фрукты, и что еще? Ну, так по мелочи что-то ела, яблоко сейчас ем. Я пытаюсь вообще правильно питаться, иногда, конечно, бывают срывы, как и у всех, и могу и гамбургер съесть, и хот-дог. Я вообще люблю жирное. Чтоб пожирнее, сало люблю, вообще не могу. Так, какой фильм про любовь посоветуешь посмотреть? Я вообще мало смотрю фильмов, поэтому нужно подумать, не знаю точно. Про любовь, какой у нас про любовь есть? Что у нас есть про любовь? Титаник? Я не знаю. Почему ушла с телевидения? Я не ушла с телевидения. Скоро выйдет один очень интересный проект тоже со мной, но это будет на бельгийском телевидении. Два даже проекта выйдет со мной, но только на бельгийском телевидении, не на российском. Мне нужно покорять всю Европу. Так, но блогеры много врут. О рекламе? Что? А и реклама вообще тоже не верьте. Вы знаете эти все... В сторис выкладывают, типа, заработаешь там что-то. Я не знаю, там реклама какая-то есть, но там многие люди последние деньги свои отдали, потеряли. Я, кстати, тоже рекламировала это. И сейчас очень сильно об этом жалею, потому что, получается, людей обманывала. Надо же. Зачем я это рекламировала? Какой программы накручивают? Да не программы накручивают, а просто платят и накручивают. Знаете, продвижение Инстаграма есть. Вот так и накручивают. Так. Who's this that made it on X on the beach? Won in Belgium. Können Sie, alsjeblieft, geen vragen stellen over X on the beach? Alsjeblieft. Kunnen jullie interessante vragen zelf? Is dat de enige wat is voor jullie interessant? Die marginale programma. Разденься. Вот ты думаешь, что сейчас возьму, потому что ты мне написала разденься, я разденусь? Что у тебя в голове вообще? Вот что у людей в голове, которые пишут? Так, привет, красотка, привет. С
сними рубашку. Вот реально, что за дебилоиды? У меня дребного слова нет. Дегенераты просто. Воу, гилодах прат хедитал. Прат инспалкюс. I want to kill myself, really. I say to you 100 fucking times that don't ask me the same question. Сколько стоит отдых в Ниццу? Но не так дорого, кстати. Ну, смотря откуда лететь. Если лететь с России, то дорого. Так как я в Бельгии, то у меня, например, билет стоит не больше 200 евро. Так, подарил подарок на Новый год. А она ушла к подружке. Погуляла 15 минут и ушла. Я не понимаю. В смысле? Ты ей подарил подарок на Новый год, что вполне естественно и нормально. Сколько тебе лет? И сколько ей лет, я хотела узнать. В смысле, она с тобой побыла 15 минут и ушла к подружке гулять. Может, она маленькая еще, не знаю. Но то, что ты подарок ей подарил на Новый год, это вполне естественно и нормально. А что? И вообще, вы пара или нет, или что? Я не понимаю, в чем вопрос. Алиса, у тебя Венера? Нет, у меня свои зубы. Свои зубки. Ты была в Беларуси? Да, я была один раз в Минске проездом в аэропорту. Я летела из Украины в Севастополь. Это был очень странный и долгий перелет, потому что я вылетела из Киева до Минска. Минск, Москва, Москва, Симферополь. И как будто до этого... До Таиланда летела долго. Рад Белгис, ащеблифт. Так. Так, рост. Рост метр. Кстати, не скажу вам, какой у меня рост. Чего я буду все карты раскрывать? Как вы думаете, я вообще высокая или я маленькая? Есть ли у тебя те, кем ты вдохновляешься? Да, у меня есть люди, которые мне очень нравятся, они меня мотивируют. Это пару блогеров есть таких. Они меня мотивируют на правильное питание и похудение. Так. Схем є юніт омзу оплайфтестан ен експрес є борстен мір опенбардун. Варом мут ік мій схем, алс ік мой борсте хеп? Ік кон ді хелмал опдун. Варом мут ік схеме вар мої борсте? Ен натуріл. Натурлік. Ні. Натуріл борсте. Варом мут ік дар вар мій схеме? Чи зін тох хел мой? Ік зо мій схеме, алс ік хін... geen borsten had. Maar als ik borsten wel heb, waarom moet ik me schamen? Waarom? Denk je echt dat je mooi bent? Ik denk echt dat ik perfect ben. Так, дальше. Алис, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, привет, Ираклий. Ираклий, привет. Там кто-то рядом убирается? Никого нет. Боже, не пугайте меня. Я вообще боюсь всяких вот этих мистических штук. Не говорите, что там будто сзади меня убирается. А то мне придется пересесть наоборот. Так. А ты, может, или твои знакомые наполняли нас со слезной борозду от впадин от синяков? Что говорят? Кстати, я к себе кололась, сюда гиалуронку. Ну, что-то у меня сейчас есть синяки под глазами. Но я колола. У меня еще хуже было, короче.
У меня прям такие впадины. У меня не то, что синяки под глазами, у меня впадины такие. Я в Испании колола. Мне очень эффект понравился. Я хочу еще доколоть. И с губой что-то нужно сделать. Вот эта верхняя, она меня бесит. Да что она больше наверх, чем... Что она больше, чем та. Видите? Так, дальше. Почему у вас у всех такое идеальное лицо? Как сделать такое идеальное? Ни одного прыщичка, ничего. В доме 2 все приходит лицо. Переходит лицо, как у младенца. Да вы что, друзья, это опять же обман. Это все вообще весь Инстаграм это обман. Потому что здесь есть фильтры. Поэтому не видно прыщей. Они есть у всех. И у меня тоже есть. Спасибо фильтрам. Почему не замужем? Я не замужем, но у меня серьезные отношения. Все идет своим чередом. Нам сейчас так хорошо. У нас идиллия. У нас так все замечательно. Мы год вместе. Я не знаю, кстати, как вы думаете? Вот. У меня этот вопрос тоже в голове есть. Через сколько времени после отношений, после встречаний мужчина должен делать предложение девушке? Мне кажется, это, во-первых, все индивидуально. Но в то же время я считаю, что слишком долго затягивать нельзя. Вот если мужчина не решается делать предложение через, ну, год-полтора, то это уже о чем-то говорит. Это говорит либо о том, что он не готов или не видит вас своей будущей женой, либо это говорит о том, что например, если вы вместе живете, а зачем ему жену вас-то брать, если вы так вместе живете? Вообще считаю, до замужества нельзя вместе жить. Мужчина видит вас во всей красе с утра, вечером. Должна быть оставаться какая-то загадка до замужества. Я так думаю. Если начнете с ним жить с самого первого дня вашего знакомства, и жить вместе, я имею в виду, то он вас никогда замуж не возьмет, скорее всего. Может, и возьмет. Ну, так эта интрига пропадет, понимаете? Так, я защищу тебя, мои защитники. Ты просто секси, спасибо. Ой, не подходи так близко, что я страшная такая. Так, Алиса, привет, Евочка, привет, моя хорошая, привет, моя девочка, привет. Как дела? Я хорошо. Только спать что-то хочется уже. Правильно, молодец. Так вот, зашла я в прямой эфир для того, чтобы вам рассказать одну историю. Еще никак не могу начать. Так, следующий вопрос. Warum bin ich rassistisch geworden? Ich denke, dass der meist dumme Frage ist. Warum bin ich rassistisch geworden? Ich bin rassistisch. Ik ben afkomstig van Rusland. Van Oekraïne. Maar ik spreek Russisch. Waarom ben ik Russisch geworden? Ik weet niet. Zijn de kinderen die mij vragen stellen? Ik ben Russisch. Die accent is wel heel mooi. Dank je wel. Дальше, поехали. Следующий вопрос. Так. Ладно, не буду эти вопросы доставать, мне лень. В общем, расскажу вам историю. Короче, у меня случилась такая ситуация. Что?
что вообще нет на сцене рассказывать это. Ладно. Не буду. Или буду. Короче, не знаю, рассказывать вам или нет. Говорите уже. Denk je dat Russisch of Nederlands heel moeilijk is of niet? А, denk je dat Russisch voor Nederlander heel moeilijk is of niet? Ja, Russisch is een heel moeilijke taal. Ik denk dat het heel moeilijk is om te leren. Я по тебе скучаю. Я тоже по тебе соскучилась, моя хорошая. Так. Misschien is te veel, maar je hebt ook best veel Nederlandse volgers. Dus misschien dat als je iets plaatst Russisch en Nederlands kan doen. Ik probeer Nederlands te spreken, maar ik vind het niet fijn om altijd dezelfde vraag antwoorden. Over die programma, over Ex on the Beach, wil ik... Ik ben er moe van dat elke keer moet ik dezelfde vraag antwoorden, zoals een papegaai. Ik ben geen papegaai. Так. Хотела поговорить про уважение, кстати. Уважение. Я просто такой человек, что если я хорошо с другим человеком общаюсь, да, ну, уважительно к нему отношусь, там, пытаюсь, ну, знаете, как можно лучше сделать все. Вхожу в положение, там, я не знаю. Если я человека люблю, тем более, если это близкий человек, я пытаюсь сделать для него самое лучшее и посоветовать самое лучшее, и вообще поддержать, как, чем могу, и морально. Но когда к тебе начинают относиться, не знаю, по-хамски, что ли, когда ты со всей душой, а тебе в ответ по-хамски, наверное, просто перестаешь с человеком общаться. Вот у меня сейчас случилась такая ситуация, что я к человеку хорошо-хорошо относилась, по-доброму, я человек добрый, и я ранимая тоже. В общем, так получилось, что сейчас перестала общаться с одним близким для меня человеком. Я просто развернулась и ушла, потому что я увидела, что тут какое-то неуважение. У меня была маленькая просьба, хотя я всегда помогала и морально, и советами, и если что-то нужно помочь, я всегда бежала и помогала. А я попросила кое-что маленькое вообще, ну как бы, а человек делает это так, все так, как будто он с одолжением, знаете? Это неприятно. Это не про Мэри, нет, это не про Мэри. С Мэри мы хорошо, кстати, нормально общаемся, все хорошо. Просто еще никак не можем встретиться, потому что мы постоянно в разных местах находимся. Это не про Мэри. Но это про моего близкого человека, да. Вот поэтому у меня иногда вот настроения нет. И неприятно это все, конечно. Неприятненько. Я вообще не люблю конфликты, вообще не люблю ссоры. Я человек сам по себе позитивный, спокойный, и я люблю, когда... Почему нельзя просто, если ты хорошо относишься к человеку, то и к себе также начинает относиться? Нет. Это просто правило этой вселенной. Чем лучше ты к человеку относишься, тем больше на шею садится. И он думает, что так и нужно. Это неприятно. Это обидно. У меня прям настроение упало. Прям закурить захотелось. Неприятно, конечно. Вот как быть? Да, всегда так. К людям добро, а ко мне все жопой. Вот именно так и получилось.
Именно так и получилось. Я по-хорошему, я с добром, я со всей душой, а ко мне жопой. Ну, тогда нужно делать выводы, наверное, и больше не общаться с этим человеком. Хотя это очень близкий, родной человек. Капец. Ой. Не переживай, люди не ценят добро. Тем более в наше время. У меня вот недавно была такая же ситуация, и я сделала выводы. Моя любимая родная подружка, скучаю, скучаю по тебе, лисенок. Моя Элис. Я тоже соскучилась по Севастополю. В общем, неприятно это все. Неприятно. Короче, я попросила взять одного человека. Я на протяжении всего времени этого человека поддерживала, помогала морально, так далее, потому что этого человека, в конечном, я не буду говорить имен, не хочу говорить имен. Потому что у этого человека есть какие-то свои начинания, я ее поддерживала в ее начинаниях. И просто я попросила этого человека помочь мне взять билет. Я тогда летела, это было 10 дней назад, я летела тогда в Бельгию со своим братом Сашей. Вот. Я попросила помочь мне взять билет, потому что у меня были проблемы с карточкой. Я не могла взять билет, поэтому попросила через этого человека, через ее карточку. Вот. Я говорю, слушай, давай возьмем...